Друзья, рад всех приветствовать. Сегодня я нахожусь в одной из трубчатых цилиндрических печей. Ну, примерно такой, которую вы видели на картинке. Такие печи используют для различных технологических процессов на предприятиях нефтегазохимии. И вот сегодня я буду работать внутри и выполнять работу по прикреплению термопар вот к этим радиантным змеевикам, да, вдоль стенок печи. На высоте примерно, ну, метров 5. Значит, 6 термопар нам надо прикрепить. Будем работать со сварщиком. Вот. Парочку прожекторов нам тут поставили. И работа обещает быть как минимум интересной. Кстати, он там наверху — это конвекционный змеевик, а по бокам, как я уже сказал, это радиантный змеевик. 12 газовых горелок у нас снизу по периметру печи. Вот это вот газовые форсунки, там датчик пламени. Вот они по периметру стоят. Ну, извиняюсь за качество съемки, тут вообще темно достаточно. Но можно представить, что тут будет за температура и какие факела здесь будут гореть. Вот этот лючок, вот туда, точнее оттуда, это вход в печь. Вот. Ну и тут у нас собраны леса. Значит, трубы к стенкам не прикреплены. Они не висят, практически вот эти змеевики вверху, там на специальных кронштейнах. Вот, то есть если поболтать, она, труба будет, ну, свободно вот так вот перемещаться. Ну, а вот так вот все это выглядит. И сейчас уже скоро будем приступать к работе. Так, ну вот, друзья, через эти вот закладные проходят специальные термопары. Всего у нас их 6 штук. Каждую крепим сперва на проволоку с задней части трубы, то есть термопара не должна контактировать с открытым пламенем. И вот снаружи каждая термопара присоединяется через такую вот блок-головку к соединительному кабелю. Кстати, обратите внимание, все резьбы здесь под конус, то есть осторожнее с затягиванием. Если вы ее резьбу такую затянете, то уже не открутите. Мы обычно подтягиваем через фум, поэтому, чтобы можно было открутить в любой момент. Металл не ржавейка, металл мягкий, так что имейте в виду. Так, ну здесь уже мы прикрепили термопары к трубам, сначала на проволоку. Вообще термопары идут под заказ, по индивидуальному проекту со своими таговыми, точнее, теговыми номерами. То есть их нельзя, не надо перепутывать, ни менять как-то местами. И сейчас дождемся сварочкой, будем уже выполнять непосредственно сварочные работы. Здесь у нас на каждую термопару свой индивидуальный чехол, термочехол, который предохраняет их от воздействия открытого пламени. Вот он заполнен таким вот керамическим материалом, огнестойким, рассчитанным на длительную эксплуатацию. И термопары будут привариваться к корпусу трубы вот на такие вот лапки из нержавеющих пластин. И вот выемка как раз под саму термопару, под сам зонд. Так, ну вот уже мы лапки приварили вдоль каждой термопары по трубе. Вот видите, с задней стороны. То есть с одной стороны приварили, немножко так подстучали и подогнули вот эти лапки, чтобы термопара плотно прилегала. И будем уже сплошным швом приварить вот этот термочехол, вот, чтобы защитить термопару от воздействия уже открытого пламени. Сейчас сварщик там поточит иглу вольфрамовую на аппарате, и мы уже приварим сами вот эти так называемые плиты. Вот. Так, ну здесь уже плиты мы уже приварили. Так, вот во всех 6 позициях. И будем уже приваривать последнюю операцию, последний этап — защитный термочехол. Закладные стены печи, вот эти отверстия, забиваются минеральной ватой для теплоизоляции. Я напоминаю, вот этот конец идет на соединительную блок-головку. И вот эти спиральки — это температурные компенсаторы. Там внизу еще есть такая буква С. Так, здесь мы уже, смотрите, приварили термочехлы вот специальными переходными
электродами, ну, вернее, проволокой. И вот так это все в конечном итоге будет выглядеть и эксплуатироваться. На этом работы по монтажу термопар внутри печи можно считать законченными. Благодарю всех за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Все, всем пока.